Добрый вечер. Добрый вечер. Баламуты вы мои маленькие. Никто не хочет спать, кроме Ляльки. Ляля так и продолжает. Спать, отдыхать, лежать. Пузико растет. Пузико, мне кажется, все больше и больше. Но ничего у нас не происходит. Даже признаки, которые должны быть перед родами, у нас ничего нет. Я думаю, что завтра мы поедем в клинику. Да, проверить. Пускай я буду параноиком, да? Параноик твоя мать. Но лучше убедиться. То есть, вон какой у нас большой пузико, большие груденьки. Ну, да, мамочка пришла проверять доченьку свою. Да? Скажи, как ты тут? Как ты тут? Фигуська постоянно рядышком. Вот, здесь опела девчонка. А глазки закрываются уже. Скажи, я вот так устаю быстро. Дойду до водички. До корма. И опять дальше спать. И с дивана с этого не уходит. Я уже подумала, что если будет рожать самостоятельно, то будет рожать на этом диване, да? Ты моя маленькая прелесть. Так что мы всем желаем спокойной ночи, добрых снов. А я опять буду всю ночь нервничать. И на каждый скрип соскакивать, да? Вдруг началось. Ну а как здесь? Она у нас такая собака-бояка. Как за нее не переживать? Да, Лялюшка? Ох ты, маленькая ты, девочка такая. Собака-балабака. Собака-балабака ты? Малышка такая. Ох ты, пышка-малышка. Всех целуем, обнимаем и доброй ночи вам желаем. И сладких снов. А мы пойдем волноваться. Ляля пойдет спать, а я подаю волноваться, да? Поросеночек наш. Поросеночек, а пузико гладить надо все время, надо гладить. Она балдеет, так сразу же глазоньки закрывает. А они там так сильно пинаются. Они уже наружу хотят, они уже бегать хотят. Да, а ты не даешь их, не выпускаешь. Ты их так сильно любишь, что при себе хочешь оставить? Нельзя, миленькая, нельзя. Фей пришел, пришел фей. Микрозмей наш маленький. До завтра. До завтра, наши дорогие.